17, 18 и 19 марта в спортивной школе номер 1 города Чебоксары юные бадминтонисты разыграют награды первенства республики. 18 и 19 марта в спортивной школе имени Валериана Соколова, столицы Чувашии, пройдет чемпионат и первенство республики по ушу. 18 марта в столичном дворце культуры имени Якова Уксая любители и профессионалы телостроения поспорят за Кубок Чувашии по бодибилдингу. Негаснущие звезды мини-футбола страны 18 и 19 марта соберутся в универсальном спортивном комплексе 7-й школы Олимпийского резерва, чтобы разыграть награды 17-го межрегионального турнира по мини-футболу. 19 марта в 5-й школе Олимпийского резерва Минспорта Чувашии пройдет первенство и Кубок Чувашии по всестилевому карате.